На торжественное открытие Дома правосудия сегодня приехали председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Девятиэтажное здание построено по программе развития судейской системы в России. Мы сегодня говорим о качестве правосудия, но качественное правосудие может быть только там, где есть возможности для этого правосудия, комфортные условия для всех участников судебного заседания. Ни в одном здании пришлось погостить арбитражному суду края, пока обрели свой дом. И сегодня мы можем смело сказать, что Краснодарский краевой арбитражный суд обрел свою крышу, обрел свой постоянный дом. С этим я вас и поздравляю. Всем пришедшим на открытие гостям провели экскурсию по зданию, показали новые залы судебных заседаний. Именно в них будут рассматриваться споры в сфере предпринимательской и экономической деятельности. От работы арбитражного суда напрямую зависит стабильность и рост экономики региона, подчеркнул губернатор.